Москва закрывает генеральное консульство США в Петербурге и высылает аналогичное число дипломатов. МИД России огласил послу США Джону Хансману ответные меры, которые приняты после высылки российских дипломатов из-за скандала по делу Скрипаля в английском Солсбери. Меры будут зеркальными, но не только. Вот буквально в эти минуты посол Соединенных Штатов господин Хансман приглашен в наше министерство, где мой заместитель Сергей Рябков излагает ему содержание этих ответных мер в отношении США. Персонами нон-грата объявлены 58 сотрудников посольства США в Москве и 2 работника генконсульства США в Екатеринбурге. Они должны покинуть территорию России до 5 апреля.